Через эти не самые замысловатые схемы именитый специалист знакомится с хоккеистами и их возможностями. О будущих изменениях в плане новых игроков тренер пока не говорит. Многое о ребятах узнает и спрашивает у помощника Сергея Невструева. В Павлодар коуч собирался 28 сентября и в качестве наставника Орлана. А получилось, что теперь он будет противостоять волкам на противоположном мостике. Ну с какими чувствами? Чувство всегда поработать что-то. Выиграть с ребятами. Неожиданно, конечно. Тяжело тоже вот эти моменты, когда тренера меняют. Тоже как бы непростое решение для меня тоже. Ну, выхода, как говорится, все равно, ну не я на мое место, как бы, если решили убрать тренера, вместо меня, если бы я дал отказ, значит, кто-то бы поехал другой. Поэтому, ну, времени не было думать, так скажу, что... Буквально за два дня все решилось. Тех, кто прошел систему из каменногорского торпеда, тренер знает прекрасно. С остальными планирует наладить контакт в ближайшие дни. Ожидания у руководства команды и болельщиков амбициозные. Прервать серию болезненных неудач в раунде плей-офф. Я сказал, что начинаем с нового листа. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Работа нас должна объединить, показать то, что мы... Понимаем друг друга. Первая это у вас проверка нелегкая. Как раз таки Орлан приезжает, и это будет очень сложный матч. Вот какими чувствами вы его ждете? Ну, у меня как, 28-го день рождения. Я его, получается, и так здесь. Какой-то здесь знак есть, наверное. Что-то будет, может быть. Но желательно, конечно, положительно. В матчах против Орлана павлодарским хоккеистам придется проявить героизм. Гости набрали очень приличный ход, и в целом эта команда заточена на атаку. Подбор исполнителей что надо. У кого больше в крови бойцовского духа, станет ясно уже в эти выходные.